Перед вами то, что раньше было Dragster'ом 42050 модель B. Выбирать после обзора я сразу ее не хотел. Возникла идея поставить туда два багги-мотора, и учитывая, что корпус Dragster'а очень легкий, то два багги-мотора должны разгонять модель до очень больших скоростей. Все примитивно, здесь на внешний вид вообще никаких сил не было потрачено, исключительно функционально. То есть сзади я поставил два спаренных багги-мотора, между собой они связаны. Далее спереди была поставлена сервомашинка, сервомотор для того, чтобы управлять колесами. Так, в принципе, сервомотор здесь и поворот не нужен, однако, учитывая, что лего-модели прямо ездить не умеют из-за лифтов, приходилось периодически подруливать. Ложа для мобильного телефона, который я использовал в качестве GPS-трекера. Ну, по-русски говоря, засекал максимальную скорость, которую развивает Dragster. Того, что первоначально я тестировал модель со стандартными колесами. Это колеса 81 мм Dragster'ные. Напомню, что выход здесь из багги-мотора осуществляется через быстрый выход, то есть это максимальная возможная скорость напрямую. Однако максимальной скорости я не достиг. Максимальная скорость с таким комплектом колес составила порядка 17 км в час. Далее было решено поставить колеса большего размера. Это колеса от Унимога, ну либо от погрузчика Volvo. Действительно, скорость оказалась выше, составила чуть больше 20 км в час. Использовать более крупные колеса я не стал. Новые покрышки от Xerion, они действительно больше, почти 108 мм. Однако протектор у них тракторный, зубастый. И я решил, что он будет создавать слишком много вибраций при езде. Здесь, значит, двигатель V8 был, естественно, убран. Вместо него у нас здесь отсек для двух липобатарей. Для управления, естественно, я взял два S-брика. Их я помещал вот сюда, вот в переднюю часть. Два S-брика, по одному S-брику на багги-мотор, плюс к одному из них цеплялась серво. Изначально был план сделать красивый заезд, поэтому я поставил сюда хромированные детали от Chrome Block City. Сразу скажу, что это удовольствие очень недешевое, учитывая текущий курс. Вот примерно вот так вот мы красиво ехали. Были хромированные диски. Вот здесь вы видите, хромированные панели стоят взамен светло-голубых. И вот хромированные балки. Вот такой вот сверху воздухозаборник, о чем я впоследствии пожалел. Как я уже сказал, максимальная скорость составила порядка 20 км в час, поэтому очень часто так случалось, что машина теряла связь и просто врезалась, ну либо останавливалась. Так вот, когда она врезалась, как правило, удар приходился у меня на переднюю часть. Собственно, я вообще не думал, что буду куда-то врезаться. Поэтому, когда я катался, я переломал целых два бима и два коннектора. Вот здесь у меня сейчас, в принципе, сломано. То есть я вам покажу, когда был удар, он приходился сюда, и вот таким образом все это вот складывалось. Вот это один у меня битый лифтарм. Когда-то это был лифтарм 3/5. За время заездов я сломал два таких коннектора и, соответственно, два лифтарма. Теоретически я мог сломать серву. Учитывая, что серва является частью передней силовой структуры, я мог легко вот выломать вот эти вот крепления. Вот. Что касается хрома, как я сказал, хотел красиво все заснять с блеском, но аварии немножко подпортили мне всю картину. И, к сожалению, вот этот вот воздухозаборник, нагнетатель, он пострадал при многочисленных переворотах. И заметил я это, конечно же, не сразу. Вот так выглядят хромированные диски от Chrome Block City. Не знаю, сколько сейчас стоят такие диски, но я думаю, порядка 10 евро, наверное, если не больше, если не 15. Dragster не претендует на какую-то художественную ценность. Это была всего лишь попытка разогнать его до максимальной скорости, чего мне удалось.